Их служба и опасна, и трудна. Сотрудники внутренних дел отметили свой профессиональный праздник. На торжественном мероприятии в актовом зале администрации округа со сцены звучали поздравления и слова благодарности за верность, за мужество, за самоотверженный труд. От работы работников органов внутренних дел зависит очень многое. Безопасность, комфорт в городе. Вообще невозможно жить и комфортно проживать в городе, на селе, если не ощущаешь свою собственную безопасность. И именно эти задачи выполняет сегодня наша полиция. Я хотел сказать, что наша Красногорская полиция является очень надежным, одним из лучших и верных партнеров нашей администрации и жителей нашего города. И очень много жителей передают слова благодарности и поздравления в этот замечательный день. Говорят, бывших сотрудников правоохранительных органов не бывает. Многие из тех, кто давно ушел на заслуженный отдых, и сегодня вносят посильную лепту в дела правопорядка и делятся опытом с молодыми коллегами. Такой вклад не остался незамеченным. Сейчас вот шел сегодня с утра сюда на это мероприятие, понимаете, и уже, значит, и поздравления, и ваш праздник, поздравляем, и как, ой, прям душу греет это все. Конечно, принимали в этот день поздравления не только заслуженные ветераны. Молодое поколение сотрудников отметили наградами, грамотами и новыми званиями. Виктория Мажарова выбрала нелегкую профессию дознавателя уголовного розыска не случайно. Решила продолжить семейную традицию. 6 лет назад надела форму и считает честью помогать людям. Все подразделения, они нелегкие, только стойкие люди пошли работать в полицию. Держит внутренний. Ну и, конечно же, служба, она тебе вырабатывает некую выдержку. 10 ноября 2017 года не просто профессиональный праздник сотрудников внутренних дел. Это юбилейная дата – столетие создания советской милиции, службы, на представителей которой возложена ответственная и благородная миссия – защита интересов общества, жизни и спокойствия граждан.